Привет, вы на моем канале. Сегодня яйцо открывать. Там какие-то бумажки лежат. Я купила это в магазине. Будем сегодня открывать такое яйцо. Я купила за 20 рублей такое яйцо. Продавщица, покупайте это яйцо за 20 рублей. Правда или неправда? Я купила, хотела проверить, обманывает это или не обманывает. Я так сильно хотела проверить, но она не шутит. Вот так она все выходит. Я закрываю. Я сегодня буду на улице, папа меня отпустит. И вот привет. Смотрите, какой ответ. Да. Ты. Алла, ну хватит. Алла, задай вопрос. Ты будешь как? Конфета. Да, ты не можешь нормально сказать? Я люблю Лёву. Успокойся. Так. Мне нравится Лёва? Конечно же, да. А я Лёве нравлюсь? Я Лёве нравлюсь? Так. Сейчас проверим, я Лёве нравлюсь или нет. Так. Вот нет. Да. Не знаю. Он сказал, любит меня вот столько. Так, вот он. А, вон, ну включай. Нет. Хорошая новость. Не знаю, мне он сказал так, что меня вот так любит, когда я начал задавать вопрос. Да. 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 Задавай вопрос. Короче, нет, она не задает вопрос. Да, я не задаю. Я выстрелила, но у меня еще башка болит. Но ты выстрелила или нет? У меня башка еще. Ой. Блин, я так что это села, у меня опять она заболела.